This conference will now be recorded. Итак, у нас будет запись нашего мероприятия. У нас начинается мероприятие «Как начать использовать Microsoft 365». Немножко о себе расскажу. Меня зовут Денис Михайлов. Я являюсь сейчас преподавателем в учебном центре «Специалист». Направление мое – Microsoft. Сейчас в основном курсе преподавания идут это Office 365, Microsoft Azure, то есть технологии IaaS, SaaS, PaaS, DaaS. Закрываются задачки по внедрению этих решений, по разработке решений на них. Особенно сейчас пользуется популярностью Power Platform, это PL направление. Но у нас сегодня курс посвященный будет Microsoft Office 365. Немножко про учебный центр «Специалист». Ну, тут без рекламы никуда. Компания уже существует очень давно. Более 1 000 000 выпускников, более 35 тысяч корпоративных клиентов, более 60 классов у них учебных, более 250 преподавателей и более 1 000 курсов. Но здесь еще раз я закрываю сейчас направление, касающееся Microsoft. Мой опыт в IT, ну, более 20 лет. Последнее место работы – это компания Softline, где я занимался интеграторскими задачами. То есть я в компании тренер от практиков и пришел. То есть теория уже так дополнительно приукрасила то, что я так уже знал. За плечами более 70 всевозможных проектов в Softline. Основное направление было внедрение сервис-десков, ну и изучение продукта System Center. То есть его линейки, собственно говоря, все его особенности. Но в связи с тем, что внедрение сервис-десков, там уже получилось именно и выбор разнообразных инфраструктур под него, разнообразные средства мониторинга и, собственно говоря, потихонечку переход на облачные технологии. Учебный центр дает достаточно большой объем всевозможных курсов. Это и управленческие курсы, и айтишные курсы, и всевозможные графические курсы. В общем, большой спектр возможностей. Здесь есть и гарантия обучения, и гарантия расписания, выданного для обучения. В общем, все требования, которые есть по учебному центру. Немножко теперь начнем про мастер-класс. В нашем мастер-классе мы изучим несколько тем, то есть посмотрим такой быстрый скролл, то есть как создать свой тенант, какие особенности есть создания реального тенанта, и в дальнейшем его показать бизнесу, потому что наша задача в первую очередь Office 365 внедрить для бизнеса, а не для себя. Себе уже просто упростим жизнь. Как пользоваться порталом, посмотрим админ-центром, как управлять пользователями и ролями, как посмотреть информацию по лицензированию Microsoft 365, и как посмотреть, как используется M365 у вас в организации. Немножко рекламы, немножко истории Microsoft 365. Вообще он вышел, изначально он назывался Office 365, вышел уже очень давно, то есть более 15 лет, и потихонечку Microsoft развивается. На данный момент времени является передовым программным обеспечением SaaS-платформы. Немножко так про виртуализацию с вами проговорим. Существует сейчас в основном 4 основных направления. Это у нас IaaS, инфраструктура as сервис, когда нам облачная инфраструктура какая-то, облачный, скажем так, поставщик предлагает процессор, память, жесткие диски, сеть. Мы поднимаем там стандартную виртуализацию и за нее отвечаем. Здесь Microsoft в данном случае отвечает за предоставление программ, аппаратных средств для разворачивания наших программ. То есть мы не отвечаем за отказоустойчивость, мы просто берем. Гарантии нам не интересны в этом разрезе покупки оборудования, настройки оборудования. Это не наша задача. Следующее более высокоуровневое приложение – это PaaS, это платформа as service, где нам Microsoft уже предлагает в виде Microsoft SQL сервера настроенного, в виде каких-то дополнительных продуктов, которые уже настроены, нам требуется только в них внести наши данные и начать ими пользоваться. Следующее как раз SaaS-решение, про которое у нас будет с вами идти, это Microsoft 365. Microsoft раньше назывался Office 365, теперь Microsoft 365. Это программное обеспечение, включая в себя большой спектр возможностей, такие как Exchange почта, такие как MS Teams, центральное средство общения сейчас и внедрения всевозможных переговоров, внедрение взаимодействия отделов, взаимодействие с ботами, взаимодействие с программными комплексами, там более 1000 разнообразных коннекторов к enterprise решениям. То есть MS Teams это такой передовой продукт. Power платформа тоже одна из таких передовых. Вот на следующем слайде более подробно посмотрим. Собственно говоря, Microsoft 365 это программный продукт от компании Microsoft.
ну, раньше назывался еще раз Office 365, он имеет набор огромнейшего списка возможностей. Есть еще один продукт у Microsoft, он называется либо DaaS, либо WaaS, это Desktop as Service, либо Windows as Service. Появился у Microsoft в 2020 году, до этого у них этого продукта как такового прямого не было, это по факту создание VDI. VDI – это Virtual Desktop Infrastructure, сейчас набирает очень сильно обороты. У Microsoft по этому курсу, по этому направлению есть два курса, как развернуть на Microsoft VDI в облаке и на земле. Вот, соответственно, такие же два курса представлены и у учебного центра специалист. Набирает обороты по той причине, что сейчас это связано с коронавирусом, и хочется, чтобы люди могли работать удаленно, не привязываясь к своему железу. То есть Microsoft на основе VDI нам предоставляет полноценное рабочее место в облаке, к которому можно подключиться с любого абсолютно устройства. Неважно с какого, хоть с планшета, хоть со смартфона, хоть с лэптопа, хоть с рабочей станции, это не имеет никакого значения. Важно, что вам предоставляется полноценное рабочее место с нужной вам мощностью. И в любой момент времени вы можете его увеличить. Немножко вернемся к Microsoft 365, что в него входит. Видим, спектр программного обеспечения довольно широкий. Вот у нас MS Teams, центральное ядро, сейчас он от Microsoft. Microsoft сейчас больше и больше все переводит на него. Внедряет в него Power BI, внедряет в него Power Apps, внедряет ботов, внедряет календари. Все это вкладками можно разворачивать. Все это будет скоро центром. Центром и ядром. То есть даже на этом плане можно смотреть, что SharePoint, например, потихонечку убирается. Еще какие-нибудь направления будут убираться и схлапываться все сюда. Здесь у нас Skype for Business. Этот продукт считается уже deprecated, просто немножко картинка старенькая. То есть в облаке уже Skype for Business нету. Он полностью мигрировал в Teams. Дальше. Exchange Online, почта, Planner, OneNote, Yammer, социальные сети от Microsoft, снова возвращается, набирает обороты в виде блогов. Новости, календари, SharePoint, видеопотоки, всевозможные публикаторы, OneDrive и так далее. Один из основных сейчас продуктов считается у Microsoft тоже, это Power платформа, которая в себя включает продукты такие как Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent и Power BI. Это все инфраструктура для быстрого поднятия вашего программного обеспечения на уровне ноу-коды, либо лоу-коды. Тоже такая технология сейчас набирает обороты. Преимущество ноу-кода – это создание приложения бизнес-пользователям за минимальное время без привлечения системных администраторов. То есть человек, обладая небольшими компетенциями в этом приложении, может собрать себе десктоп-версию приложения, мобильную версию приложения и начать работать. Это курсы все, как посвященные направлению PL. То есть PL, тире и дальше там 900, 100, 200 и так далее. Это полностью разработка Power платформенных решений. Поэтому тоже в этом плане довольно интересное направление у Microsoft развивается. Что интересного изменилось, когда Microsoft с Office 365 перешел на Microsoft 365? В первую очередь, это идея Microsoft, которая уже развивается более 2 лет, это внедрение искусственного интеллекта везде. Собственно говоря, в этом плане как раз это и в офисе, и в Microsoft 365 это уже имеет место. То есть, например, безопасность, соответственно, там уже множество всевозможных процессов обрабатывается либо машин-лернингом, либо ИИ, чтобы найти какие-то ваши уязвимости, непонятные действия сотрудников, которые могут привести к утечке информации. Также там касается это же и облачных продуктов, всевозможных средств мониторинга, которые отслеживают взаимодействие вашего программного обеспечения и также находят всякие уязвимости, либо непонятное использование этого ПО. То есть в этом плане Microsoft делает большое усилие на безопасность. Причина очень простая. Безопасность с точки зрения земли, он премис продуктов, и безопасность с точки зрения облака – это 2 разных подхода. На земле мы увеличиваем средства, которые уменьшают атаку, то есть мы сужаем подключение внешних сотрудников, то в облаке мы средства атаки уменьшить не можем. Мы можем только увеличить средства защиты. То есть все возможные сканеры, все возможные системы анализа логов, всевозможный аудит, который нам позволяет сделать более защищенную нашу инфраструктуру в облаке и более предсказуемую. Преимущество, конечно, общей этой платформы для бизнеса – это упрощение взаимодействия сотрудников между собой. Это его гигантский плюс. Соответственно,
мы теперь начнем небольшой мастер-класс, потихонечку будем двигаться по развертыванию тенанта и настройке тенанта Microsoft 365. Тенант, что такое? Это некая учетная запись организации, от имени которой мы дальше производим настройку нашей облачной услуги. Процедура для создания тенанта и настройки его занимает примерно 3 этапа основных. Дальше уже потихонечку будете сами донастраивать тот продукт, который вам нужен. Для того, чтобы создать тенант, можно воспользоваться изначально триальным продуктом. Нам никто не запрещает им пользоваться. Для создания триального продукта есть 2 ссылки. Они у нас на слайде как раз следующие представлены. Вот они, 2 ссылки. Это для создания триального тенанта E3. Это для создания триального тенанта E5. То есть Enterprise 3, Enterprise 5. Попозже посмотрим по лицензированию, какие возможности между ними разные существуют. Но основное направление – это, конечно же, безопасность. E5 больше возможностей по настройке безопасности, чем E3. Ну, естественно, докупить эти лицензии никогда не поздно, всегда это возможно сделать. К сожалению, сейчас создать своего продуктового тенанта в России нельзя. С 2018 года Microsoft немножко вышел из России и сказал, что теперь покупка офиса 365 напрямую у Microsoft недоступна, только через партнеров всевозможных, которые являются партнерами Microsoft. Там серебряные, золотые партнеры, и у них, соответственно, можно покупать офис 365. Это связано немножко еще с политикой Microsoft, оплаты именно продажи продуктов, соответственно, партнеры получают от этого энную сумму денег от каждого вашего контракта. Ну, это, собственно говоря, и нормальная ситуация. Давайте пройдем для регистрации тенанта E5 последовательно степ-бай-степ, как это можно произвести. Соответственно, перейдем по ссылке E5, которую я вам и предоставлял на презентации. Вот наша ссылка, открываем ее. Здесь потребуется небольшой пул действий, ничего сложного здесь не будет. Триальный тенант не требует никаких кредитных карт, никаких подтверждений счетов, ничего. Достаточно просто пойти по этой инструкции и начать пользоваться. После регистрации у нас будет с вами 1 месяц использования полного функционала E5. Ограничений в нем не будет, то есть полный функционал. Если что-то мы захотим, мы можем без вопросов к нему триальное подсоединять. При необходимости мы триальную версию потом просто покупаем новую лицензию и переподключаем пользователей с триальной на полноценную версию. При этом при всем у них никуда не денутся данные, ничего с ними не произойдет. Просто появится новая лицензия, не более того. Начнем, собственно, немножко регистрацию. Первое, что мы должны сделать, это заполнить email, с которым будет производиться взаимодействие. Для триального тенанта я использую свою личную учетную запись. Также можно использовать корпоративную учетную запись, это не запрещено. Так, немножко на русском. Вот мы ввели, дальше производится Next. Здесь дальше производится кнопка «Настройка аккаунта». Вводим здесь имя, фамилия, бизнес-номер телефона, имя компании, размер компании и страну. Соответственно, здесь можем вводить все, что угодно, потом в любой момент времени это можно переделать. Мы же собираем с вами тестовый тенант, поэтому назовем как админ, пускай будет так. Дальше вводим номер телефона, который будет являться элементом подтверждения, что вы можете его зарегистрировать. Здесь при регистрации нужно указать, можно ваш сотовый номер телефона, дальше здесь указывается в начале единичка, подтверждающая, что якобы вы из Америки. United State также оставляем. Мы собираем триальный тенант. Дальше любое имя компании и любое количество. Здесь Microsoft особо не придирается к этим моментам для регистрации триального тенанта. Нажимаем Next. Теперь нужно произвести подтверждение, что мы это мы. Выбираем текст MIT, соответственно, придет смс-ка. Выбираем код страны. В нашем случае это +7, Россия. Единичку в начале телефонного номера убираем. Нажимаем на кнопку Send Verification Code. Дожидаемся, когда придет смс с кодом. Обычно она приходит буквально в считанные секунды. Вот она мне уже пришла. Нажимаем Verify. Проверка ее. Дальше видим, что проверку мы прошли. И Microsoft предлагает нам собрать домен бесплатный от Microsoft. Бесплатный домен можем создать только 3 уровня. 2 уровень будет у нас всегда onmicrosoft.com. Здесь, например, назовем так. Специалист
И раз у нас этот курс перед курсом MS100, то назовем MS100. Производим проверку, check available, видим требования, мы предоставляем, так, виз требуется, так, next, все, то есть мы можем использовать available. Так, что-то мне не нравится, хорошо, 3008 добавим, еще раз проверку, все, все прошло хорошо, значит, спец MS100 3008, next. Теперь нам предлагается создать учетную запись. Для администратора, это будет глобальный администратор. Здесь указываем его админ, пускай будет. Здесь пароль. Я создам стандартный пароль Microsoft. В дальнейшем в чат добавлю эту ссылочку. Вы можете без вопросов к ней будете подключиться. Можете подключиться и делать эту учетную запись, что хотите. Здесь никаких ограничений не будет. Подтвердим, что Microsoft нам может высылать информацию. Дальше SyncUp. И производится настройка нашего тенанта триального. Ограничение триального тенанта. Так, что-то пошло не так. Проверяем. Так, сейчас еще раз придется пройти. Какие-то сложности у Microsoft. Ну, сейчас это займет у нас немного времени. Если что, у меня есть уже развернутый тенант, мы им воспользуемся. Сейчас у нас не получится с нуля его развернуть. Это не страшно. Еще раз пробуем. Ну, Microsoft бывает иногда разные сложности, связанные с тем, что Microsoft тоже, к сожалению, не может всех вместить. Бывают небольшие тормоза с облаками. Так, еще раз. Спец MS100-3008. А, он уже занят у нас. 3009. Все доступно. Еще раз, ограничение, которое мы в триальной версии получаем, 25 лицензий. Ну, по какой-то причине у нас не получается, это ничего страшного. Пойдем на офис приложения. Это нам никак не помешает использовать наше окружение. После, соответственно, нажатия кнопочки должна пройти регистрация, и вам предоставится заход на нашу, на облачную инфраструктуру. Так, залогинимся. Так, подкинуть, спустили. Сейчас посмотрим. Угу. Нет, не под тем профилем нас запустили. Ну, это небольшие проблемы браузеров, которые cookies используют, что система не так прозрачно работает, как хочется. Ну, отлично. Воспользуемся немножко другим у нас курсом. Это курс был по Power BI, ничего страшного. Здесь такая же E5 инфраструктура, один в один. Никакой разницы между ней нет. Переходим в админ-центр. И вот наш основной портал. Вот мы получаем основной портал Microsoft 365 Admin Center. Соответственно, мы здесь имеем учетную запись. Это админ, домен у него тоже существует. В нашем случае это единственный сейчас DA100 2308 on microsoft.com. Этот домен абсолютно бесплатный. Ничего за него платить не надо. И мы имеем некое время на использование. То есть можно обратиться дальше в систему лицензирования, посмотрим, что в них есть, для того, чтобы определить, сколько у нас еще осталось времени до конца. Следующее действие, которое нам необходимо,
это подтвердить ваш домен. Ну, здесь мы добавлять домен не будем, просто посмотрим, как это реализуется. Находим вкладочку Setup. Settings, домен. Microsoft 365 позволяет присоединять ваш личный домен. То есть у вас, например, куплен домен anadatum.com, либо там какой-нибудь еще org.ru, неважно что, вы здесь можете спокойненько добавить домен. Также здесь есть кнопка «Купить домен». Можем добавить домен. Для добавления вашего личного домена требуется произвести несколько действий. Первое – добавление имени. Дальше. Следующее – подсоединение домена, то есть проверка существования этого домена. Для проверки существования нужно произвести одно из трех действий. Добавить txt-запись, добавить mx-запись в DNS-сервер, который у вас есть у вашего домена. То есть при покупке доменного имени нам предоставляется еще там DNS-служба, и в ней, соответственно, мы добавляем либо txt, либо mx-запись. После чего проверяем даже кнопочку Continue. Система проверит, что в нашем DNS эти необходимые записи появились, после чего соединит наш текущий домен с кастомным доменом, вашим личным. И у вас уже здесь появятся две записи. Видим, как раз сейчас еще incomplete setup. И в дальнейшем мы сможем уже наших пользователей перевести на этот домен. Очень важный момент еще существует. Это как раз следующий пункт, который у нас участвует в презентации. Третий этап – это конфигурирование офиса 365, создание пользователей и назначение им лицензии. Пользователей мы можем создавать несколькими способами. Помним, что при создании пользователя мы будем также указывать его адрес доменный. У нас сейчас дефолтный только вот такой. Этот адрес использовать мы не сможем, пока мы не закончим систему настройки. У нас, помним, что существует на самом деле, как правило, в организации два бизнес-процесса. Первый бизнес-процесс – это у нас пользователи в облаке. Это даже, скажем так, второй. А первый бизнес-процесс – это пользователи у нас в локальной инфраструктуре, то есть в Active Directory на нашей площадке. Айтишники в этом плане понимают, о чем идет речь. Соответственно, наша задача – произвести быструю миграцию пользователей из on-premise домена в облачный домен. Здесь можно поступить несколькими вариантами. Первый вариант, самый простой – это настроить Active Directory Synchronization. То есть система – это отдельное программное обеспечение, которое позволяет нам перенести значение с облака, точнее с земли в облако и обратно с облака в землю. Система будет синхронно все эти данные передавать. Для его использования первоначально нужно одно важное действие сделать. Пользователей, которые мы будем перемещать в облако, их доменная часть, в данном случае, например, contos.com, должна быть точно такая же, как в облаке. То есть, когда мы собираем пользователя на земле, обычно у нас наземный домен отличается названием. Например, там может быть ivanov.local, либо sidorov.ru. То есть, они отличаются от внешнего домена. Наша задача – приравнять их домен к внешнему домену и после чего начать синхронизировать. Это маленькая особенность. Это первый вариант. Один из таких интересных. Второй вариант – в принципе в облаке не создавать интеграцию с on-premise. Ну и третий вариант – перенос пользователей посредством PowerShell, то есть скрипта, который выгрузит у нас на земле пользователей и загрузит сюда. Мы посмотрим простейший вариант создания пользователей в облаке. Нам нужно триальный тенант показать бизнесу и обосновать пользу данного продукта для бизнеса. Для создания пользователя нам достаточно воспользоваться командой AddUser. Здесь мы вводим имя. Фамилию. Отображаемое имя сформируется автоматически, но здесь оно формируется на основании английского варианта. В английском варианте сначала имя, потом фамилия. То есть сначала человек, потом его род. В России немножко по-другому, поэтому мы немножко переделаем display name. Нам это не запрещено. Вплоть до того, что можем добавить отчество. Что, собственно говоря, и рекомендуется. Дальше надо сформировать ему имя, логин, под которым он будет ходить. К логину подходите всегда очень осторожно, особенно в российской варианте, особенно когда для женщин они любят переименовывать фамилию свою, соответственно, потом просят переименовать и логин. С точки зрения инфраструктуры не всегда это хорошо, поэтому лучше заложиться в этом плане каким-то универсальным логином, который в дальнейшем менять не придется. Следующее действие – это создание пароля. Можно вручную, можно использовать автоматическое создание.
При необходимости мы используем стандартный пароль Microsoft, позже я его также в чат добавлю. Дальше галочка «Требовать смены пароля при первом входе пользователя». Мы делать это не будем, у нас триальная конструкция. И отправить пароль по имейлу администратору этого тенанта. В данном случае это администратор, который был создан, глобальный админ. Мы тоже потом попозже про роли поговорим, которые у нас здесь существуют. Next. Соответственно, здесь выбирается страна, у нас пока United States. Какие лицензии можем мы присоединить? Например, Office 365 и Power BI Free. Можно создать пользователя без лицензий. Также при назначении лицензии можно ему указать, что он еще может не использовать. То есть, когда мы добавляем Office 365 E5, мы указываем, что все продукты ему предоставлены. Можем что-то убрать, если нам это не нужно для пользователя. Next. Дальше назначается ему роль. Про роли тоже сейчас поговорим, что в них есть. Изначально пользователю доставляется роль пользователя, юзера. Можно посмотреть профиль information. Здесь, в отличие от Active Directory, полей немного. Должность, департамент, офис, телефон офисный, факс, мобильный телефон, адрес, город, штат, страна и zip-код. Больше ничего. Эти поля не являются обязательными с точки зрения бизнес-процесса, но с точки зрения IT-процесса и процессов дальнейшей автоматизации, здесь мы должны все заполнять, чтобы потом можно было писать разные скрипты, которые сможем легко применить. Next. Система предлагает нам проверить, все ли мы правильно заполнили, и до заканчивания добавления нашего пользователя. Такое действие можно делать как в Enterprise-версии, то есть полноценной платной, так и в триальной версии, которая в данном случае и у нас. Мы сейчас имеем 4 пользователя. Один пользователь, админ, это глобальный администратор, и 3 тестовых сотрудника. Соответственно, в дальнейшем нам, например, нужно создать разных пользователей, которые будут обладать разными правами. У нас есть роли в портале, которые можем применять. Роли есть Azure Active Directory и роли Exchange, почтового сервера. Здесь видим большой список ролей. Каждая роль отвечает за свою задачу. И мы, соответственно, одного пользователя можем добавлять не в одну роль, а в несколько ролей. И будет выполняться то действие, которое разрешено в рамках этой роли. Ролей, еще раз, очень много для работы. Работаем с ними. Это как раз тот блок, который мы должны создать для начала использования пользователя. Дальше управление лицензиями, которые у нас есть. Для этого используется вкладочка «Биллинг». Здесь у нас есть покупка сервисов, ваши продукты, анализ лицензий, способ оплаты, аккаунт для оплаты, метод оплаты и информация об оплате. Мы посмотрим текущие продукты, которые у нас есть сейчас. Используем U-Production. Вот как раз продукты, которые компании сейчас здесь куплены. Подождем немножко, пока обновится информация. У нас видим 2 продукта. Office 365, 25 лицензий, 3 лицензии назначены. Активность у нас до 25 сентября, данная учетная запись активна. И Power BI у нас тоже видим до 26 сентября он активен. Но на самом деле этот Power BI Free, он безлимитный. То есть мы сколько назначим их, столько будет работать. Подписка здесь просто закончится нашего триального тенанта. Он закончится, и система в этом плане больше не будет применяться. Здесь есть рекомендации. Ну, у нас здесь они пустые, ничего здесь не происходит. Лицензии. Лицензии по подписке, запросы на лицензии. Здесь видим то же самое. То есть, видим только единственное, что добавляется объем лицензий используемых, сколько объем на назначение лицензии. Дальше все возможные claim policy по покупке и продлению подписок также здесь могут быть указаны. Покупка программного обеспечения дополнительно в лицензию осуществляется на вкладке Purchase Service. Покупка. И здесь мы выбираем в строчке поиска, что хотим купить, либо по категории дополнительно ограничиваемся. Например, Microsoft 365. Здесь нам предлагается бизнес-подписка. Дальше покупка только приложений каких-то конкретных. Способы оплаты у нас множество есть. Есть помесячная оплата, есть за год, есть за несколько лет вперед. Чем на дольше период покупки, тем дешевле будет лицензия. То есть у Microsoft в компании есть аренда мощностей на будущее. Чем дальше купили, то есть на 1 год одна стоимость, на 2 года другая стоимость, на 3 года третья стоимость. Вот у нас видим, как раз есть small business, есть просто бизнес. Дальше как раз пошли E1, E3, E5. Можем, например, сравнить. Сравним E5 с E3 и сравним с бизнесовым вариантом.
Так, это у нас Windows 365, Business Basic, возьмем Business получше, Business Premium возьмем. И, соответственно, сравним третий продукт. То есть здесь прямо же можно проверять соотношение разных версий, что они предоставляют от Microsoft. Вот видим как раз инсталлирование на компьютер и Mac. 5 лицензий на пользователя. Соответственно, при покупке Office 365 бизнес-сотрудник получает плюс какой? Он может поставить лицензию у себя дома, на смартфоне, на планшете, на лэптопе, на работе. То есть ему не нужно для работы из дома покупать себе Office 365. Он будет входить уже в лицензию, которую мы купили, E5, E3 и бизнесовую. Все идентично, никакой разницы нет. Видим, для фонов или планшетов тоже 5 штук. В себя включает определенный набор программного обеспечения. Видим, в принципе, плюс-минус они одни и те же. Outlook есть, Word есть, Excel есть для начала, PowerPoint есть, OneNote есть, Publisher также присутствует. InfoPath тоже существует. Дальше у нас идут уже дополнительные действия в виде Exchange, он для всех есть. Дальше OneDrive тоже для всех есть. Здесь мы помним, что OneDrive для всех предоставляет работу. Видим как раз, если посмотреть, то для бизнеса у нас 1 терабайт, то для уже Enterprise немножко другой объем видим уже. То есть у нас есть 1 терабайт, и дальше его можно развить даже до 25 терабайт на пользователя хранения информации. Так что здесь, в принципе, объем довольно не слабый. Дополнительно тех, кто являются, например, бизнес-партнерами Microsoft, серебряными или золотыми, им тоже предоставляются бесплатные версии E3 и E5. Видим здесь, возможность файл-шаринга есть для всех. Вот единственное теперь, полисы дополнительные, например, мы видим, это DLP-шка и in-place hold доступны только в Enterprise варианте. Что это такое? DLP policy – это политики отправки сообщений с конфиденциальной информацией, всевозможные, например, там, паспортные данные, кредитная карта, проверяться будет. А in-place hold тоже может быть очень полезная технология, позволяющая нам отслеживать юридические аспекты. То есть при включении, например, на какого-то пользователя технологии in-place hold, у него ничего не будет удаляться вообще. То есть даже если он редактирует письмо, будут содержаться все версии редактированного письма. Отправляет 15 сообщений, 5 сообщений удалил, будет храниться абсолютно все 15 сообщений. То есть система хранит все действия пользователя, чтобы потом можно было там либо в суде, либо какие-то другие аспекты применить для расследования его деятельности. Дальше SharePoint здесь у нас также есть, MS Teams, Yammer, аудиоконференция есть только в E5 и Phone System тоже в E5. Ну, в E3 ее можно докупить как отдельную лицензию. Дальше интересно у нас блок безопасности, который у нас присутствует. Соответственно, видим, что у нас Azure Active Directory, оно есть, но не в полном функционале. То есть это Microsoft Active Directory Azure. В нем присутствует определенный блок, но нужно докупать некоторые конструкции, то есть ввести Active Directory P2 лицензия. 365 не дает полный функционал. Microsoft Intune тоже отсутствует, видим, только в Business Premium он есть. Intune – это управление MDM, Mobile Device Management, Cloud Security в премиуме есть, в E5 также он присутствует, в E3 его нет, нужно докупать отдельно. Вот что сюда входит в конструкцию. Azure Information Protection только у нас в премиуме есть, мультифакторная аутентификация в премиуме. Ну, на самом деле здесь это claim-based на основании предоставления. Мы сейчас тоже посмотрим включение мультифакторной аутентификации и что это такое. И так далее. То есть здесь полностью рассматривается вся конструкция. Вы подбираете тот Office 365, который нужен вам здесь сейчас. Еще раз, миграция, например, с E3 на E5 очень просто. Купили нужное количество E5, назначили нужным пользователем. Они уже сидят на E5. Никаких не требуется удаление данных, перемещение данных, просто переназначить лицензию. Больше ничего. Вернемся немножко в пользователей. И здесь поговорим про МФА. Тоже одно из таких интересных средств безопасности от Microsoft, позволяющее входить пользователю на Office 365, используя не только логин, пароль. Как мы помним, логин и пароль все-таки такая не сильно конфиденциальная информация. Зачастую, что бизнес-пользователи очень часто любят в этом плане логины и пароли хранить в блокноте, на мониторе.
Здесь мы включаем МФАшку и можем дополнительно настроить, например, какие-то вопросы задаваться, пин-код, смс-ка дополнительно, Microsoft Authority Key может прийти, ключ, и человек вынужден вводить дополнительные вещи. Тем самым, даже если пароль и логин скомпрометирован, под этим логином и паролем никто зайти не сможет без смс-уведомлений на телефон. Все, это будет единичный вариант. Соответственно, у нас есть для управления также в оснастках Office 365, если мы сейчас так не то, мы открыли действие, вот они, админ-центры. Админ-центры есть для пачки продуктов. Один из них, конечно же, это Azure Active Directory. Это в нашем случае облачное PaaS-решение от Microsoft. Оно реализуется в режиме Microsoft 365 Active Directory, и мы здесь можем собирать наших пользователей. То есть пользователя можно создавать непосредственно в админ-центре и здесь создавать. Здесь у нас есть в Office 360 сейчас два типа гостей, два типа пользователей. А это обычный пользователь, который имеет наш домен, и гостевой пользователь. То есть, например, если мы используем Microsoft аккаунт, Facebook аккаунт, Google аккаунт, Twitter аккаунт, мы можем B2C пользователей завести в нашу систему и пустить их до наших продуктов. Назначаем какие-то лицензии free, какие-то лицензии платные, и они полноценно будут использовать их, хотя они находятся в нашей организации. Здесь есть, видим, как раз блок Bulk Operation, где нам предлагается скачать файлик CSV, его наполнить и после чего залить информацию. Так что здесь, в принципе, довольно неплохой спектр возможностей. Также здесь есть корзина для удаленных пользователей, управление сбросом пароля, то есть можно пользователям назначить, что они сами могут сбросить пароль. На основании, например, смс-ки и 3 секретных вопросов, или там 5 секретных вопросов. Они будут отвечать на вопросы, им придет смс-ка на телефон, после чего пароль будет сброшен. Что, естественно, очень снижает нагрузку на IT-отдел, так как пароли забываются очень часто сотрудниками для их работы. Вернемся в Microsoft 365 и здесь перейдем на вкладочку Reports. То есть последний блок, который у нас есть, это анализ того, как используется продукт. У нас есть продуктивный скоп и использование. Посмотрим usage, который. Здесь нам предоставляется информация, она накапливается за 7 дней, 30 дней, 90 дней и 180 дней. И после чего здесь отображается, кто как использовал, какие продукты использовались. Сейчас при внедрении Microsoft 365 очень часто слышу запрос от бизнес-сотрудников и от IT-сотрудников, понимание, как купленные лицензии сейчас в компании используются. И, соответственно, согласно этому анализу, IT-отдел понимает, какую информацию нужно до бизнес-пользователя довести. Причина очень простая. Когда мы платим за какой-то продукт помесячно, а мы помним, что Office 365 – это месячный продукт, оплата за каждый месяц, либо за год за каждый месяц, соответственно, хочется получить от него максимальную прибыль. Соответственно, мы должны анализировать, как пользователи были обучены пользоваться Microsoft 365, как они его сейчас используют, почему не используют все возможности, которые в их в рамках бизнес-процесса можно применять. Например, сейчас очень актуален продукт Power Automate, который очень помогает снизить операционную нагрузку с любого сотрудника, так как он в себе содержит информацию с точки зрения использования на on-premise площадке, на облачной, например, одно из действий можно сделать, это перенос всех вложений, которые приходят по почте. То есть почта пришла, Power Automate это письмо распознал по нужным нам критериям, вложение из него забрал, положил в какую-то папочку. Папочку вложения легло, дальше следующее действие какое-то произвели. Например, Excel-файл прилетел, в нем есть список в виде таблички, табличку система распарсит Power Automate и создаст, например, нужные нам уведомления по почте. То есть вариантов именно снятия с себя нагрузки достаточно большой объем. Дальше у нас есть отчеты, здесь их можем перевести, использовать, используя аналитику Power BI. Power BI у нас примерно выглядит следующим образом, кто его не видел. Это вот Power BI Desktop, тоже абсолютно бесплатное приложение от Microsoft, где мы можем создавать свои визуальные отчеты, если нам это необходимо. И дальше публиковать уже в облачный продукт. В данном случае вот здесь как раз есть тоже Power BI в облаке. Вот все продукты, которые нам доступны из E5, видим список достаточно большого объема. Вот продукт Power BI. И здесь также сможем посмотреть отчеты, которые мы создаем для IT-отдела, отдела продаж, отдела маркетинга и его использовать.
Вопросы какие-то по теме у вас есть? Можно говорить голосом, можно писать в чат. Добрый день. Добрый. Power Project. Тут есть. Меня просто интересует, что я вам сейчас поясню. Значит, когда меня попросили соединить несколько проектов и провести так называемый анализ, кто где, чего и сколько, я столкнулся с тем, что это возможно сделать только Windows 365, потому что он сидит в облаке, и PowerShell тоже сидит в облаке. А у вас Project наземный либо облачный? Нет, у меня вообще 16-й Project. Ну и что из этого? Это прекрасно. Project 16, он основан на SharePoint. А получить с него аналитику нужно всего лишь навсего подключиться к SharePoint и к его спискам. В этом плане вы можете, соответственно, вы можете воспользоваться Power BI. Power BI Desktop, сделать быстрый отчет. Здесь коннекторы есть бесплатные к наземному SharePoint. И есть коннектор бесплатный к Project серверу. Без вопросов. Прекрасно. А дальше здесь вы уже сможете, тут есть, например, виджет, такая же диаграмма Ганта полноценная, где вы сможете даже графически показать, где сейчас кто и какие задачки. То есть вот Power BI Desktop, у него есть уже все готовые коннекторы к майкрософтовским продуктам. Прекрасное здесь решение, и отчеты можно очень быстро наваять, если вам они нужны. А URL она требует? URL, да, ну Power BI же у вас, Project же у вас, он сервер есть. Нет, у меня не сервер. Вот именно в том-то и дело. А, у вас файлики обычные? Да, да, да. Ну, если у вас обычные файлики, здесь, соответственно, в каждом файлике есть экспорт в Excel файл, ради бога. Вот. Угу. И дальше на Excel файле строите отчет. Либо в Excel, либо также в Power BI. Power BI, Excel файлы прекрасно ест. Денис, это я сделал. Лень двигатель прогресса, я вот дернулся и вышел на... Почему я из них? Нет, если у вас есть дальше следующее, то есть у вас, например, компания занимается внедрением проектов, естественно, переход на Project Server это является таким хорошим вариантом. Project Server существует наземный, но для его требуется обязательно SharePoint, то есть вам нужно будет купить SharePoint наземный, купить SQL наземный, купить Project наземный, либо перейти в облако. Мы считали лицензии, перейти в Power, точнее, перейти в SharePoint облачный и перейти в Project облачный стоит дешевле, чем развернуть у себя инфраструктуру. Потому что еще раз, вам придется купить лицензию SharePoint, купить лицензию SQL, купить лицензию Project, купить железо под это дело, либо выделить ресурсов виртуальных, развернуть все это дело, потом немножко настроить. Либо, пожалуйста, сразу в облаке покупаете Office 365, можно купить просто Project Online, он продается отдельным как продуктом, не обязательно Office 365 покупать, и уже в нем все это настроить и вести. Ваши Project файлы в него можно публиковать. То есть можно вы... двумя вариантами. Потому что Project Online, вот так раз тоже я на него вышел. Вот. Ну вот мне сейчас руководство надо, как говорится, вы как раз вовремя. Да, без запросов это все можно сделать. И по экономике, которую мы считали недавно в одном из проектов, это буквально занимало 2 месяца назад проект был, компания выбирала либо Project наземный себе внедрять, либо Project облачный внедрять, именно серверную часть. Мы посчитали, серверная в долгосрочной перспективе на 3 года получалась дешевле, чем наземная. Потому что там в наземное требовало большого списка вложений. Именно, говорю еще раз, купить железо, где-то все развернуть, купить лицензии, которые необходимы, а в облаке это получалось дешевле. И плюс внедрение в облаке занимало буквально 1-2 дня. И все, люди уже могли начать пользоваться полноценно проектом. Наземный продукт, вам предстоит его настроить, развернуть, купить. Это довольно не быстрый процесс. Так что здесь выгода. Ну и плюс дальше этот проект можете интегрировать со всеми продуктами, которые есть на платформе Microsoft 365, вплоть до безопасности интегрировать. Да, да, это я видел, вот мне именно. Дальше у вас есть Microsoft Teams, то есть вот этот продукт Microsoft Teams. Здесь есть продукты, посвященные проекту.
Смотрите. Ну, так, вот, приложение Project для Microsoft Teams. Вы ставите всем Teams, и они прекрасно здесь, как команда, работают. То есть возможности именно в разрезе работы с проектами, если мы берем Office 365, значительно больше, намного больше, чем мы берем иноземный продукт. Наземный продукт вам еще придется интегрировать с другими продуктами. А здесь все прозрачно. И дальше в MS Teams вы без вопросов будете этим всем управлять. Вот здесь есть команды, чаты, боты всевозможные, расширение этих всех платформ. Да, пожалуйста, все здесь же. То есть нам здесь будет все очень комфортно и удобно. Все в одном месте. Да, да. Так что тут еще раз, Microsoft свой продукт очень серьезно сейчас развивает. Сейчас у них, правда, ведется очень мощная перестройка с точки зрения вот нашего курса, который будет нагонен на MS-сотый. Это как раз настройка пользовательской идентификации. То есть то, что я вам показывал, это такой примитивный вариант. На курсе мы разберем полностью, как формировать правильно пользователей в Active Directory, как домен регистрировать, как создавать пользователей, как переносить эти все конструкции, назначать лицензии. То есть более детально, более подробно энтерпрайзовый вариант. Здесь мы рассмотрели не enterprise, а такой более экономный вариант для защиты. Вот, вы можете собрать свой тестовый тенант, дальше в нем собрать project тенант, тоже можно тестовый, а дальше бизнесу презентовать. То есть Microsoft большинство продуктов дает триал на один месяц и с возможностью продления примерно до 3 месяцев. То есть там месяц заканчивается, вы техподдержку пишете, что мы еще тестируем, дайте еще 1 месяц, они дают еще 1 месяц. Мы так догоняли до 3 месяцев триального тестирования, чтобы бизнес полностью на него подсел, а дальше уже переводили на платные рельсы. И, собственно говоря, не было таких проблем, чтобы бизнес как-то в этом плане нарекания какие-то давал. Так. Так, еще вопрос есть. Спасибо большое. А, да, спасибо. Чем заменить файловый сервер при миграции в M365? OneDrive, чем не вариант? OneDrive, а SharePoint, библиотека документов, она не сложная, она наоборот дает больше плюсов. В этом плане у нас получается OneDrive, а также можно воспользоваться Azure Storage Account. У Azure Storage Account прямо есть отдельная роль, отвечающая за шару. То есть вы соберете полноценную шару в облаке. Могу немножко показать, у нас время есть. Просто если мы говорим про SharePoint и говорим про OneDrive, то это настройка синхронизации. То есть немножко отличается от стандартных шаров. То есть мы идем, например, OneDrive, вот он. И дальше нажимаем Synchronization. Сейчас я этим воспользуюсь, чтобы показать, что это из себя представляет. Вот у нас кнопочка Sync, синхронизация. И после чего в проводнике у вас появляется отдельная вкладка, вот она, OneDrive. И, соответственно, пользователи будут работать с OneDrive. Полностью здесь работать с файлами, копировать файлы, редактировать файлы. Это не будет ни диск C, ни диск E. Но преимущество OneDrive, в первую очередь, что оно позволяет работать, опять же, с любого устройства. И управление OneDrive очень простое. Вот видим, вот оснастка. Здесь мы можем собирать папочки всевозможные, то есть добавили фолдер. Дальше у этого фолдера, соответственно, мы в него зашли, нажали Synchronization. И будет синхронизироваться только эта папка. Если мы говорим про более сложную, именно нам нужна шара, где будет диск C, диск D, то это у нас Storage Account. Так, здесь что-то нету. Ну, сделаем так. Storage Account, вот он. В нем платим за место. И, соответственно, в Storage аккаунте мы можем собирать, вариант у нас есть, дисковое пространство, либо вот файл шара. Здесь файл шара собирается крайне легко, не требует никаких сложных действий, здесь просто уже подписка кончилась. То есть файл шара, и дальше она прям предоставит готовый скрипт подключения этой шары к macOS, к Linux, либо к Windows.
Так что здесь вариантов два. Либо вот Storage аккаунт, либо OneDrive, если не хотите SharePoint использовать. SharePoint библиотека документов, она хороша тем, что ее можно сделать на основании этой библиотеки автоматическое формирование документов. Например, у нас есть библиотека документов, договоров. И есть поля контрагента, там, ИНН, КПП и прочие-прочие вещи. Мы заполняем эти дополнительные строчки, а дальше это все автоматически пробрасывается в шаблон документа. И нам не нужно в нем ничего править. Это преимущество библиотеки документов в SharePoint. Плюс SharePoint позволяет держать версионность документа. То есть там до 500 версий. Люди правят что-то, публикуют в SharePoint, и мы можем в любой момент откатиться к любой версии, либо открыть любую версию, которая была сохранена. Так что у SharePoint есть плюсы. Ну и у нас есть Azure RMS сервер, то есть это управление лейблами, управление классификаторами файлов. И, соответственно, она работает и на OneDrive, и на SharePoint. Ответил на вопрос, Артем? Общедоступные устройства без входа в учетную запись. Нет, вы не можете активировать Office 365, не введя свой аккаунт. Вам нужно обязательно ввести свою учетную запись. Собственно говоря, в чем проблема ввести? На общедоступных устройствах, которые всем принадлежат. А зачем вам активировать офис на общедоступном устройстве? Вы же можете создать, например, учетную запись общую, и эта общая учетная запись будет активировать все их. Ну вот, например, в классе, да, это могут быть в этом плане у вас созданы там 10 учетных записей для класса, и там вы их активируете. Проблем не должно быть. То есть вам придется их только единственное докупать. Но если мы говорим для учебных целей, опять же, надо смотреть. Если вы, например, однозначно предоставляете учебные услуги, то можно купить лицензию для студентов. Она дешевле. Там есть определенные ограничения, надо посмотреть их. И она будет дешевле, и там больше возможностей именно для обучения. Но не все входят в Enterprise, просто их там попроще настроить. А так вам придется, естественно, один компьютер и одна учетная запись. Напомним, что мы одной учетной записью можем активировать до 5 лицензий. То есть в этом плане, например, у вас в классе 10 компов, вам нужно 2 учетные записи. 5 лицензий активировали, 5 лицензий активировали. Все, используйте. Такой вариант доступен, возможен. То есть это как раз преимущество, которое у нас существует в этом рамках. Еще вопросы какие-то? Давайте немножко закончим нашу презентацию, чтобы дойти до конца. Соответственно, под этапы это настройка безопасности, я вам показал, настройка ролей администрирования. Не обменивались информацией в этом разрезе. То есть, чтобы они не могли между собой никак общаться, пока обучаются. Но офис им должен быть доступен, например, там 365. Это не вопрос, это можно сделать. Это вы можете сделать при помощи групповых политик. Для групповых политик есть управление офисом 365, и вы там просто скажете, что будет установлено и что можно использовать. Например, Word и Excel, и точка на этом. То есть Teams им будет недоступен. Да, кстати, видели мы как раз, когда лицензию назначали, мы уже там галочки ставили, что им будет доступно. То есть мы им оставим у этих двух учетных записей минимум ПО. И через групповые политики настроим установку. Что можно, что нельзя. То есть в этом плане у нас есть ADMT-блок для групповых политик, который позволит нам перенастроить так, как нам нужно. И, соответственно, вернемся к презентации. Максим ответил на вопрос? Да, отлично. Соответственно, наше действие для максимальной пользы офиса 365, еще раз, обучение сотрудников. Постоянное обучение, анализ, используют, не используют. Чем лучше мы обучим сотрудников, тем больше плюсов будет с точки зрения именно нашего внедрения офиса 365. Соответственно, здесь офис 365 сейчас набирает обороты в России. Хоть есть проблемы якобы с Америкой и есть вопросы, но все равно он набирает.
позволяет Office 365, в нашем случае, если мы говорим про курс MS-SOTA, настроить правильно общение B2B и B2C контента. То есть бизнес-to-бизнес легко настроим, Office 365 с офисом 365, и, соответственно, B2C. Это, например, у нас могут быть всевозможные внешние сотрудники, которые являются там Facebook, Twitter, то, что я уже показывал. Это тоже можно настроить с точки зрения нашей инфраструктуры. По окончанию, собственно говоря, курса MS-SOTA вы научитесь проектировать и управлять тенантом, изучите функционал продуктов Office 365, его настройку, управление развертыванием Office 365 Pro Plus, планирование синхронизации идентификации и реализация приложений и внешний доступ к этой инфраструктуре. То есть курс MS-SOTA довольно полный объем дает. Курс длится 40 часов, то есть он 5-дневный курс. У нас старт, получается, первая смена будет 6 сентября и стоимость от 35 тысяч. По окончанию курса выдаются все сертификаты, все методические материалы, которые вам будут предоставлены. То есть там учебник и виртуальные машины на 180 дней использования и запись курса на, также, если не ошибаюсь, 180 дней у вас будет. То есть вы можете в любой момент времени в течение полугода повторно проходить весь материал. Триальная подписка, вы можете создавать каждый раз новую. Microsoft в том плане это не запрещает делать. Также в Microsoft 365 есть комплексные программы, где есть там администрирование, управление развертыванием, безопасность. Это как раз курсы MS-100, MS-200, MS-900, MS-200, 400, 700. Их очень большой список, их немало. Каждый курс стоимость идет от там, 3 дней до 5 дней и закрывается каждая тема. На самом деле курсов сейчас очень много, Microsoft все больше и больше их дает и возможностей все больше и больше. Например, для системных администраторов сейчас вышел курс по PowerShell AZ-040, в котором раскрывается пользование PowerShell и раскрывается, как использовать PowerShell для облачных технологий, таких как Azure и Office 365. Так что здесь есть куда развиваться. Курсы вышли новые и довольно хорошего качества. То есть в этом плане была небольшая просадка по качеству у Microsoft. То сейчас они вышли уже снова на свое хорошее качество. Так что новые курсы все рекомендую проходить. Очень полезные, дающие большой обзор информации. Обучение специалистов есть очное, очно-заочное, индивидуальное, вебинары и открытое. То есть у них новый формат, открытый появился, где в принципе вы можете обучаться в свободном режиме. Тренер присутствует как консультант. Так что выбирайте тот вариант, который будет вам более полезен, который вам подойдет. Кому-то нравятся очные, кому-то вебинары, кому-то открытые. В зависимости от возможностей и от желания учиться. Ну и, соответственно говоря, вариантов, как раз говорю, новое – это открытое обучение. Это самостоятельный темп обучения, качество записей, быстрый старт группы. Можно запрашивать индивидуальные консультации вам по мере обучения, то есть тренер подключится и пройдет ту консультацию, которую вы хотите. Ну и, соответственно, неограниченный доступ к знаниям в виде записей, которые предоставляются на открытом обучении. Новый формат у специалиста, который возникает. Еще какие-то вопросы по поводу MS-SOTA курса, либо каким-то другим курсом от Microsoft, по технологиям каким-то есть, если вопросы, тоже могу рассказать. Спрашивайте. Если вопросов нет, поставьте в чат минус. И на сегодня я вас-то отпускаю. Всем хорошего пожелаю вечера. Денис, с вами можно еще поговорить? Да, конечно, можно. Конкретные вопросы. Да, конечно, значит, можно. Смотрите, если я, как вот вы показывали, разворачиваю 365 Windows, так? Офис. Ничего так, страшного, я понимаю, вечер. Я на этой стадии могу, значит, вот подсоединить пользователей, так, разных. Они у меня в MS Project ведут свои проекты, так. Я уже там могу собрать из них воедино, так? Да. Потому что вот мне именно нужно что? Мне нужна загруженность сотрудников. Они у меня работают, но на разных... Так, значит, SharePoint, я понимаю, что это, в общем-то, такая огромная массива. Для того, да, чтобы не так уж и огромный. Ну, меня пугали, скажем так.
скажем так. Я вас не буду пугать, скажу, что SharePoint – это очень простой продукт. Вот реально простой продукт, особенно если мы говорим про SharePoint онлайн. Спасибо, Лада. Вам тоже хорошего вечера. Угу. Дальше говорите. Слушаю. Так, и значит, вот просто, значит, если я в офис 365 загоняю несколько людей, так, вот сам процесс, значит, я вот лазил по интернету, там, значит, сажают какого-то админа, который видит единый отчет по MS Project, по разным, значит, проектам. Видит людей, кто где, куда, зачем, почему. Управление ресурсами. Вот управление ресурсами. Это возможно. Конечно, без вопросов. А для чего еще Project нужен? В этом плане, к сожалению, в этом мире конкурентов у Microsoft Project-то нету. То есть как бы есть конкуренты open source, мегапланы всевозможные, но как только стоит вопрос управления ресурсами, управления временем, назначением задач, передачи правильных задач, именно полноценное управление по PMBOK-у, то лучше, чем MS Project, ну, нету. Это то же самое, что и вот мы говорим с вами про Office 365, аналогов ни у какой компании не существует. Ни у Google, ни у Amazon, ни у IBM, ни у кого. То есть вот продукт у Microsoft, который заточен под бизнес, они оптимальные, они идеальные в этом плане. То есть как бы лучше, я не знаю. То есть если мы говорим про управление проектами, и мы хотим полноценное управление, выделение ресурсов, управлять расписанием ресурсами, загруженностью ресурсами, это все, пожалуйста, Project. Дальше, если вы захотите, например, сейчас следующий этап развития управления проектами пошел, это правильное назначение времени. В этом плане, чем больше проектов, тем больше у вас информации, которую можно скормить напрямую Microsoft Machine Learning, то есть Azure Machine Learning есть, ему скармливаем, делаем анализ, а дальше система скажет еще какие-нибудь нам дополнительные информации. Либо же можем воспользоваться Power BI. Power BI тоже есть сейчас Machine Learning интегрированный. Мы ему скормим модель обучения, и он-то всем тоже вам подскажет какие-нибудь вещи. Денис, а это в свободном доступе? Информация это вся это? Нет, в Power BI, вот это искусственный интеллект. Да, пожалуйста, вот Power BI, вот Transform Data, и прямо здесь же подключение модели данных к Power BI. Как хотите. Если вас не устраивает облачный машин learning, вот Azure Machine Learning, подключение и скармливание вашей модели данных ему. Если вас это не устраивает, но вам хочется как-то по-другому, да не вопрос. Есть язык R и язык Python. Пользуйтесь им, да. Не запрещено. То есть Microsoft понимает и R, и Python, и Microsoft Machine Learning. Здесь тут же добавлено, видим, текст-анализ. Машинное зрение добавлено, если мы хотим распознавать картинки. В этом плане Microsoft сейчас очень большие рывки делает. И буквально вот месяц назад они наконец-то внедрили русский язык. То есть все эти продукты были не очень хороши с русским языком, они его, грубо говоря, не понимали. То сейчас Microsoft делает гигантские шаги в русский язык. И, например, если мы говорим про Power Apps приложение, то в нем научились распознавать наконец-то русский печатный текст. То есть можно взять мобильное приложение, написать Power Apps приложение с распознаванием этого текста займет примерно плюс-минус сутки, двое суток после прохождения курсов. И вы спокойненько, например, у вас приходят счета фактуры, накладные, смартфон взяли, сфотографировали, подтвердили, что все распозналось верно, нажали ОК, в базу данных загрузилось. Все. То есть работа с первичкой сейчас на русском языке через Power Apps становится вообще очень быстрая. Сейчас еще в Project тоже это все внедрится, и в Power BI до конца все внедрится. И ждем уже Cortana на русском языке. То есть это ассистент Microsoft, мы его ждем на русском языке. Если он выходит на русском языке, это дается гигантский плюс, потому что Microsoft сейчас сказал примерно следующее. Все приложения, которые лоу-коды, то есть где нужно программировать, Excel программировать, DAX программировать, то есть минимальные способы программирования, Microsoft хочет перевести на натуральный язык. Что это означает? Мы с вами обычным языком говорим, сложи мне вот эту ячейку, вот с этой ячейкой, и пишется сразу же формула. То есть нам не нужно писать ее руками. Либо мы можем сказать, например, в Power BI, скажи разницу продажи продукта этого в этом году и в прошлом году. Если мы говорим про Project, вы спросите, скажи, как этот сотрудник работал в этом году и в прошлом году. И система тут же вам построит отчет. То есть вам не нужно в этом плане заходить и здесь что-то настраивать.
Так что Microsoft в этом плане делает большие усилия в упрощении коммуникации бизнес-сотрудника с информацией, которая есть в офисе 365. Все идет в эту сторону. Спасибо. И русский язык вот сейчас делается семимильными шагами. То есть в этом плане мы вот сидим, как MCT-специалисты, как я же не только тренер, я еще и практик, то есть я до сих пор веду проекты всевозможные. Сейчас у меня два проекта по BI ведутся, по Power BI, где я участвую как специалист, как администратор, как архитектор всех этих решений. Вот. И мы вот сейчас русский язык здесь ждем как манну небесную, потому что все русские люди просят, чтобы модель данных была на русском языке. Как только они это сделают, здесь начнется история очень красивая. Вот как раз этот блок Query Answer, где просто вводишь текстом, что ты хочешь. Ну, как пример могу показать быстренько. То есть мы нажимаем этот элемент, выводится строчка поиска, в которой мы просто вводим фразу, здесь предложены уже варианты, то есть вот обычный натуральный язык, где выбирается либо вопросы, которые уже системный администратор все загрузил, либо человек сам в этой строчке пишет вопрос. И дальше система тут же строит график, можно этот график потом переделать под тот график, который вам нравится, и так далее. Вот построился график с карты по продажам. То есть топ ресейлс штатов по какому-то продукту. Ну, это не важно здесь. Это просто как пример. То есть система затачивается не под системных администраторов и программистов, а под обычных бизнес-пользователей, чтобы они как можно быстрее получали ту информацию, которая позволит компании принести максимальную прибыль. Это как раз реализация офиса 365 и Microsoft 365. Так что здесь, куда идти и развиваться, еще очень-очень много. Выбирайте сами, смотрите сами. Единственное ограничение, которое есть сейчас... Дашборды и анализ уже делал. Пока руководство, как говорится, понравилось. Но теперь они хотят, чтобы еще... Проблема-то в чем? Что каждый человек вел эти проекты по отдельности. А теперь захотелось увидеть все. Ну, смотрите, по поводу ведения проектов, это в этом плане можно сделать действие, например, Power Virtual Agent. То есть бота, который будет запускаться, проверять, как наполнен проект на каждый день. И, соответственно, слать уведомления Project Manager, слать уведомления PM, этим специалистам и, например, там, руководителю этого проекта. Что типа, ребята, у нас такие-то задачи просрочены, и по ним никаких действий нету. А обучение на MS-сотой, ну, лучше бы знать Active Directory, что это такое. То есть мы же будем настраивать синхронизацию, потому мы должны понимать, что такое AD-шка, что такое сервер, что такое PowerShell. Вот это знание хотя бы базовые должны быть. Глубоких не требуется, базовых достаточно. Потому что мы здесь... Спасибо. Здесь вообще все, что касается курсов MS, ну, майкрософтских по облачным технологиям, требования к специалистам не очень высокие по Power платформе и по MS Office 365. То есть здесь не просят от вас высококвалифицированных специалистов, потому что продукт уже развернут. Вам нужно только его настроить использование. Создание пользователя, назначение лицензии, создание сайта на SharePoint, добавление прав на SharePoint. Это не требует высокой квалификации. То есть здесь прохождение любого курса по MS, и в дальнейшем вы начинаете его использовать. То есть я участвовал в обучении у Microsoft по продажам, и когда они нас обучали, я спросил один вопрос: а почему вы нас обучаете сетевому маркетингу? Они говорят: так продажи Microsoft сейчас должны быть такие, что менеджер пришел и продукт продал за 2 часа, пока он его показывает. И то есть когда он ушел, у продажника, у клиента, сейчас секундочку, Лада, отвечу. У клиента уже должен оказаться триальный тенант, в нем уже сидеть должны 25 человек из бизнеса, и в нем уже начать работать. Вот за 2 часа это должен проделать любой менеджер, который приходит продавать офис 365. Чтобы человек за 2 часа уже в него втянулся и начал его использовать. Это вот просто сделать. Вот мы буквально с вами за час развернули тенант и уже можем начать полноценно его использовать. Почту отправлять, она уже работает внутренняя. Teams'ом пользоваться, он уже существует и можно использоваться. Word'овские документы, Excel'овские, все это можно уже начать делать и делать. Да, с чего начать именно по офису 365? Ну, смотрите, если мы берем курсы MS, то это получается сейчас это АЗ
0.40, то есть SharePoint рекомендую, PowerShell рекомендую всем администраторам, потому что сейчас без PowerShell делать нечего. То есть любой системный администратор должен уметь пользоваться PowerShell. Дальше это берем MS-900, MS-100, MS-200 для начала, а дальше вы уже определяетесь с направлением, что вам нужно. Там безопасность, например, если мы говорим MS-500 курс, тут уже нужны какие-то определенные понимания по безопасности. Что такое DLP, как она может нужна, и в этом плане требуется развитие корпоративной культуры компании, потому что тут вообще гигантская проблема использования безопасности – это корпоративная культура. Если люди не понимают, зачем им безопасность, то внедрять ее никакого смысла нету, вы ничего с нее не получите. Поэтому здесь должна компания подрасти, чтобы начать уже использовать полноценно безопасность, понимать, что такое стоимость информации, стоимость репутации и так далее. Здесь, если 6 человек, ну, смотрите, для вас все еще проще, то есть есть бизнесовая лицензия стоит, что-то там получается, то ли по 1000 рублей за пользователя, то ли за 600 рублей за пользователя, там ограничение 250 сотрудников компании. То есть для 6 человек здесь достаточно MS-100, MS-200 для начала. Этого вам достаточно будет, чтобы начать уже пользоваться офисом 365. То есть два курса, этого вполне хватит. Именно для начала использования, именно какие-то SharePoint развернуть OneDrive, настроить синхронизацию, внедрить аутентификацию пользователей, внедрить MFA-ки, внедрить базовую безопасность, в разрезе там смотреть, кто подключается, кто не подключается. Вот два курса вполне себе достаточно для начала. А дальше уже посмотрите, что хотите дальше смотреть. Например, захотите MS Teams более подробно настроить. Нет, Bittrex – это немножко другое. У Microsoft есть MS Dynamics, вот он аналог Bittrex. И очень неплохой аналог Bittrex. Это Dynamics 365, либо же вы можете воспользоваться Power Apps. Power Apps, у него ядро Dynamics, соответственно, вы можете свое приложение вместо Bittrex накрутить, навертеть, как хотите. То есть сделать гораздо круче, чем Bittrex. Power Apps это позволяет сделать очень легко. Bittrex это все-таки CRM-ка у вас. Основная ее задача. У Microsoft это Dynamics 365. Там прям есть кастомер, его роль, где вы полностью собираете тенант. Но там есть, правда, определенная пока проблемка. Проблема в следующем, что Dynamics не имеет интеграции с клиентской базой. То есть, например, мы по ИНН клиента быстро не заведем. Но в этом плане есть компания Yolva, которая разработала все это дело. Альтернативу по цене надо смотреть. Тут, смотрите, цена – этот вопрос очень философский. Тут же мы понимаем, что цена – это продукт. Это не сам его, то есть мы купили продукт и типа за него заплатили. Нет, есть добавочная стоимость этого продукта. То есть что бизнесу этот продукт принесет, сколько при помощи этого продукта бизнес сможет заработать. Так что здесь надо смотреть такое немножко более в широком спектре. Есть понятие такое, как ROI, окупаемость продукта в перспективе. То есть мы понимаем стоимость продукта, понимаем стоимость его владения, понимаем, какую прибыль он приносит, соответственно, понимаем, когда окупится покупка данного ПО. И от этого как раз пляшем. У Microsoft на курсах мы рассматриваем Microsoft-калькуляторы, которые говорят, через сколько времени мы сможем окупить ту или иную версию продукта. То есть у Microsoft есть для этого всего калькуляторы. Альтернатива Bittrex, самый простой вариант, это AMA CRM. Она чуть-чуть дороже, но ее качество намного лучше, чем Bittrex. Плюс с AMA CRM куча интеграции других продуктов. С Bittrex интеграция, сразу говорю, будет стоить вам гигантских денег. Он ни с кем практически не интегрируется. AMA CRM в этом плане будет лучше. Dynamics интегрируется с огромнейшим списком продуктов. Просто гигантский список. При том, что половина этих интеграций Dynamics она абсолютно бесплатная. То есть стоит 0 рублей 0 копеек. Я занимался в этом плане подбором всевозможных CRM-ок в свое время, и мы в итоге остановились либо AMA CRM, либо Dynamics CRM, потому что итоговое внедрение того функционала, который нам нужен был, это с разработкой, доработкой, получался дешевле на других платформах, чем на Bittrex. Bittrex слишком космический. Еще вопросы?
Если, коллеги, больше вопросов нет, всем спасибо за участие, спасибо за вопросы. Надеюсь, сами встретимся на ближайших семинарах, кто запишется нам на курсах. У меня будет тоже скоро мастер-класс по Power Automate. Рекомендую на него прийти, потому что Power Automate для использования может стоить абсолютно вам бесплатно. Ничего за него платить не нужно будет вообще. Интересно. Да, поэтому рекомендую сходить. Там как раз разберем пример анализ Excel-файла. Для многих бизнес-сотрудников это является критическим вопросом. Все, всем спасибо, до свидания, до скорых встреч, кто хочет еще присоединиться к мастер-классам, либо к обучениям. Бросьте, пожалуйста, вот откуда вы начинали. А, поподробнее, а ссылочку-то на тенант от реального? Да. К вам презентацию всем вышлют, и в презентации все это будет. Но ссылочку сейчас продублирую, мне несложно. В чат сейчас кину, одну секундочку буквально. Это не проблема. Просто, чтобы не ждать записи. Да, не вопрос. Вот, добавил ссылочку, пожалуйста, используйте. Это E5, а вот ссылочка E3. Все, вот две ссылочки, E5 и E3. Пользуйтесь на здоровье. Мои контакты есть в личном кабинете, если вы зарегистрируетесь на специалисте, и про меня на специалисте есть данные. Заходите, подключайтесь, смотрите. Все, всем хорошего вечера.